И возвращаясь к Всемирному дню здоровья, утреннюю зарядку со школьниками в 19-й гимназии Черкесска сегодня провел заслуженный мастер спорта России Ринат Саидов. Тем самым он дал старт соревнованиям и спортивным играм. Приняла настроение участников праздника и прониклась атмосферой азарта школьников Альбина Ламкова. Всемирный день здоровья проходит динамично и ярко. Утренняя зарядка началась в 9 утра. Ее провел профессионал, человек авторитетный в мире спорта, заслуженный мастер спорта России Ринат Саидов. Весело, настроение такое праздничное, спортивное. Ну, побольше занимайтесь спортом, как сказал мой коллега Мурат Храчев. Кто еще не записался на какие-либо секции, кому какие интересы более по душе, чтобы посетили спортивные залы. У нас все условия есть для этого и в этой школе, и в других школах. 19-я гимназия открылась не так давно, но День здоровья здесь стал уже традиционным и любимым праздником. А в этом году особенным и долгожданным событием в жизни школы. Учитывая пандемию и то, что происходило дистанционное обучение, дети были немножечко исключены из социума. И вдруг такой грандиозный праздник, День здоровья, когда есть возможность немножко заняться спортом, пообщаться в неформальной обстановке. У нас грандиозные, практически наполеоновские планы. Азарт, эмоции, спортивный дух. И так на каждой площадке укрепляется здоровье и воспитывается воля к победе. Педагоги подготовили для детей увлекательные соревнования. Огромное количество игровых видов спорта и эстафет. Это своего рода подготовка к различным турнирам, включая президентские. Занятия по душе выбрали девочки старших классов. Три, раз, два, три. Стоим, два. Весь день школьники соревнуются в ловкости, скорости, ни капли усталости. Они выполняют разные задания, показывая сплоченную команду. Награда всем организаторам праздника – счастливые, восторженные глаза детей. Этот день насыщен здоровьем, очень много спортивных игр. Хотелось бы, чтобы каждый день был вот таким, как сегодняшний. И прям чувствуем, как с каждым соревнованием мы наполняемся силой и здоровьем. В этот день каждый из участников спортивного праздника смог поучаствовать и попробовать свои силы в различных соревнованиях. Они получили отличное настроение. Этот праздник, День здоровья, можно назвать поистине самым лучшим, потому что именно в нем педагоги и школьники объединяются в одну дружную спортивную команду. Альбина Ламкова, Алибастанов, Вести, Карачаево-Черкесия.